Ну а пермские Робин Гуды вновь на стрельбах. По всей России началась серия любительских турниров по стрельбе из классического лука. Этот вид спорта любительский, однако увлекается им немалое число людей. В Стали Цеприками соревнования проходят на стадионе «Динамо». Словом организаторов, количеством участников они довольны. Что касается качества, то ждать чего-то сверхъестественного на данный момент не стоит. И все же в четырех классах, в которых соревнуются участники, результаты будут, по крайней мере, по 2 из 10 финалистов ожидаются именно из Перми. Турнир стреляется из так называемых традиционных луков. Такого вида спорта официально у нас не существует. Соответственно, никакого статуса это нет. Хотя масштаб СНГ. Россия, Казахстан, Украина, Беларусь, вот лучники из этих стран будут стрелять. Вот, то есть, вот такой по масштабу, но не официальный турнир, естественно.